Привет! Мы на канале Денис Тай. Сегодня мы открываем такие коробочки с чем? Привет! Сегодня мы открываем коробочки со сказками, лисичкиными сказками и в гостях у ежика. Такие коробочки. Там сладости, игрушка и сказка. Ну, давай. Давай открывать вот этот. Три в одном. Вот. Давай. Сладости. Я люблю сладостей. Да. Ну, я... Все любят сладости. Ну, я буду. Один сказка особенный. Вот. Что там? Вот, это игрушка. Где там? Просыпайся. А там? Что там? Что там? Вот. Что за зверюшка там такая милая? С цветочком на голове. Кто это? Это Мишка. Мишка, думаешь, да? Да. Мишка. Мишка-милашка такая. Очень милая Мишка. Вот конфеты. Привет! Они простые. Теперь я буду жить с вами. А ты какие там есть? Там есть мармеладки. Мармеладки? О, они непростые. Непростые мармеладки? Да, они длинные. Длинные? Вот, такие мармеладки. Такие жесткие. А там... Ну, а с каким вкусом? С лимонным вкусом? Не. А с каким? Там слива. Слива? Да. Ух ты. Да. Очень вкусно. Угу. А если мы будем открывать вот эти коробочки, тогда какие конфеты там будут? Открываем в гостях у ежика. Да? Вот. Откроешь сам? Нет. Давай тут поможем. Давайте. Да, они как Васе покупать по 10 штук. А пока ты будешь открывать, мама сказку прочитает, ладно? Да. Что там, еще что-то? Еще мармелад. Вот это. Да. Такие вкусные. Да, видишь, они неудобные. Угу. Вот такие. Так. Прям шутку Даши. А у нас посиделки. Это когда мы все вместе собираемся и сидим. Зайка, да? Ёжик! Кошечка, Алиса и я. Лисичка. Ёжик. Там еще какие-то. Забыла. Ёжичек такой. Вот. Симпатюшный. С грибочком. Видишь, он к тебе не с пустыми руками пришел, Дениска. А с грибочком. Ой, такие же. Такие же мармеладки? Да. Но вкус, мне кажется, другой. Другой вкус? Да. Какой? Ну, апельсиновый. Апельсиновый? Да. А какая мармеладка вкуснее? Это или предыдущие? Ну, две вкусные. И та, и другая вкуснее, да? Да. Нам попалась другая мишка, вот. Ой, какой мишка, лысенький, да? Да, это уже какой-то мальчик. Такие глазки у них милые. Да. Такие добрые и грустные в то же время. А здесь какие-то тогда конфеты. Тебе здесь попробуем капустичку.
А еще одна осталась. Еще одна осталась. Здесь зайка. Зайчик. Ух ты. Мягкий. Мягкий зайчик. Супер. Вот такой. А, шикарно. Какой зайчик. Привет, зайчонок. Рада тебя видеть. Беленький такой. А ушки как у него торчат. Ушки на макушке, говорит. Что там с зайком у нас? Кто это зайчик? А! Вот кто нам попался. Еще попался зайчик нам. Попался, да? Да, еще нам попался такой. Еще кто? Еще кто попался? Такой. Это в гостях у ёжика, у тебя брошюрка, да? Привет! Привет! Кто? Я Мипка Ментос. А я ёжик. Чинус. А я Мипка Тедди. Да. Ну да. Будем знакомы, да? Будем дружить. Это зайчик Тохов. Это Галинут, ёжик, а это Мифка, ну как там, Табедрус. Вот еще такие игрушечки могут попасться в лисичкиных сказках. Вот еще лисичка. Зайчик. Тут лисичка. Волчок. Девочка. Волчок. Мальчик-волчок. Зайчик. А в наборе в гостях у ёжика... У меня такой вот есть, видишь, вот он. И четыре, вот четыре. Подписывайся на канал Денис Тай! Всем пока! Всем пока! Всем пока-пока! Подписывайтесь, ставьте лайки. Пока-пока! Молодец!